Я играю роль провокатора. То есть вот сидел спокойно человек во своей Франции, другой в своей Германии, третий в своей там Голландии. Тут что-то я вдруг звоню и говорю, вот срочно вам нужно оказаться вот тогда-то, там-то. И мы пробуждаем людей от ежедневного серого будня в пространство творческое и светлое.